Хочеш миру? Готуйся до війни. Партнер показу – мережа магазинів зброї «Ібіс». Вітаю всіх шанувальників зброї та воєнної історії. Ви дивитесь «Арсенал». Сьогодні ми знову знаходимося на території стрілецького комплексу «Сапсан Спорт». А тему для сьогоднішньої нашої передачі підказали ви, наші шановні глядачі. Це пристрої для відстрілу набоїв, споряджених гумовими кулями. Оскільки не можна охопити неосяжне, сьогодні зупинимось на окремому сегменті цього ринку. А саме на гумострілах, які перероблені з бойових зразків. А почнемо з найвідомішого і найпопулярнішого серед українських громадян гумостріла. А саме переробки з бойового ПМа або пістолета Макарова. Отже, як бачите, розпочався дощ, але я думаю, це не завадить проведенню нашого теста. А першим ми протестуємо пістолет фірми «Ерма». Будь ласка. Один, два. Відстань десь приблизно 5 метрів. Як бачите, ну, досить непогана кучність. Подивимося, що продемонструють нам решта пістолетів. Пістолет «Ерма». Зараз поміняємо руку і теж будемо стріляти в мішень. Як ви бачите, купність практично така сама. Але супостат буде знешкоджений. Пістолет Макарова по праву можна назвати такою робочою лошадкою. Это пистолет, который изначально не имел выдающихся каких-то качеств. То, что касается каких-то целевых свойств оружия, актуальность этого пистолета не утрачена до сих пор. В плане эргономики пистолет можно назвать успешным. Он в немалой степени повторяет немецкие опыты, произошедшие на 20 лет ранее. Но и в этом своем воплощении такая конструктивная идея, она достаточно удобна для использования. Пистолет компактный, пистолет имеет удобную рукоять. Если мы будем сравнивать с другими, то эту рукоять можем назвать удобной. Пистолет, в принципе, имеет достаточно внятные и легко управляемые предохранитель и курок. Ну и, в принципе, этот пистолет доказал более чем за 50 лет своей активной жизни свои высокие бойові качества. Пістолет 1970 року випуску. Намагаємося зняти його з затворної затримки. Вдається нам лише за допомогою іншої руки. Ми міняємо мішені і проведемо таку саму серію з пістолета «Вій». Один, два, три. Це ми стріляли з пістолета «Вій». Як бачите, купність трохи ліпша, ніж у «Ерми». Як ви бачите, «Вій» показує стабільну купність, кращу, ніж «Ерма». С точки зрения использования этого пистолета, он вполне удовлетворяет тем требованиям, которые к нему выдвигает владелец травматического оружия.
благодаря своей форме, так называемой зализанной форме, может быть переносим в кармане, во внутреннем, в брючном кармане. Прицельные приспособления, на которые в свое время поступало достаточно много жалоб, они, если мы говорим о оружии травматическом, не так важны, потому что стрельба ведется на расстояниях коротких. Та сама відстань, ті самі набої. Інший пістолет. ПМРР. Щоб глядачі нічого не подумали про влучність наших стрільців, тут видно, що одна куля увійшла в іншу. Тобто в мішені три пробоїни. Як ви бачите, купність у ПМРФ теж достатньо висока. Незважаючи на конструктивне розліччя, в основному по составним частям, по матеріалам, використовуємо при виготовленні ствола, ударно-спускового механізму, все три образца, которые сделаны на базе ПМ, они действуют практически одинаково. То есть каких-то отличий по эргономике не обнаружено. Вот. Спуск у всех одинаковый, достаточно мягкий. Кучность у всех удовлетворительная. К его недостаткам в первую очередь можно отнести низкую емкость магазина. Но, как говорится, если вам не хватило 8 патронов, то значит вы связались не с теми парнями. Так что для умелого человека даже такой емкости магазина вполне достаточно. Така сама відстань, три набої, пістолет ПСМ. Купність, як ви бачите, дуже пристойна. Серед представлених образців, безусловним лідером по компактності, є травматичне оружие на основі пістолета ПСМ. Це дуже легкий, дуже тонкий, дуже удобний для ношення пістолет. К його недостаткам, в свою чергу, відносяться не дуже внятні і непривичні пользователю отечественному предохранитель. Очень легкая работа даже на самовзводе, что не очень хорошо для условий стресса, в которых такое оружие используется. Может, выстрел может быть произведен раньше, чем это необходимо. В то же время малые размеры этого пистолета не позволяют удерживать его в большой руке комфортно. То есть здесь есть вопросы по удержанию этого оружия. В то же время для женщин, для миниатюрных мужчин это будет неплохим выбором. Меняем руку и то же самое стреляем три набоя из пистолета ПСМ. Отже, руку поміняли, а купність залишилась такою самою. Реноме пістолета підтверджено. Достатньо специфічна форма, видите, плоская рукоять. Делает удержание несколько необычно, но владелец может быстро приноровиться к этому оружию. Несмотря на такие специфічні форми, стрелять из него достаточно удобно и легко. Кучность тоже вполне удовлетворительна. Все эти образцы, все оружие, которое вы собираете с собой носить и его использовать, его нужно где-то размещать. Для пистолетов Макарова снаряжение оперативно-поясных кабур все-таки значительно больше. И вы сможете подобрать себе снаряжение в соответствии с вашими требованиями. Для револьверов все-таки этого снаряжения меньше. Для такого образца, как ПСМ, его очень тяжело найти. Поэтому обращайте на это внимание. Но в то же время ПСМ все-таки достаточно миниатюрный, удобный пистолет. Изготавливался он для скрытого ношения. Соответственно, в обычной жизни его легче хранить, чем вот эти крупногабаритные модели. Специфическая система предохранения делает его достаточно сложным. Но это уже проблема хозяина, который приобретает оружие. Он должен знать его досконально, все нюансы, предохранительную систему использования оружия, чтобы в экстремальной обстановке не делать каких-то
нерациональных действий, так скажем, ведущих к потере времени, а, соответственно, к потере инициативы. А нашим глядачам хочу черговий раз нагадати. Партнером показу нашої програми є мережа магазинів зброї «Ібіс». Партнер показу – мережа магазинів зброї «Ібіс». Інформаційний партнер програми – журнал «Мир увлечений. Охота і оружие». Настала черга револьверів. Наган – це стандартний варіант, це скорочений. Обирайте зброю, панове! Результати стрільби з револьверів так собі, але щоразу приблизно однакові. Травматическое оружие запрещено носить с патронов в патронник. Именно поэтому для тех, кто хочет иметь такое оружие постоянно готовым к выстрелу, револьвер будет лучшим выбором. Револьвер Нагана, произведение еще 19 века, нашел свою вторую жизнь в исполнении резинострела, так называемого. У этого оружия есть масса достоинств, прежде всего надежность, прежде всего готовность к выстрелу, как мы уже сказали. Это переносимость любого типа боеприпасов и возможность произведения второго выстрела после осечки непосредственно просто нажатием на спусковой крючок. Также много у него и недостатков. Прежде всего его неудобство для ношения за счет значительных габаритов по толщине. Много выступающих частей, которые не позволяют носить его в кармане и быстро при этом извлекать. Достаточно жесткая работа при самовзводной стрельбе и мешкотное, и длительное перезаряжание. То есть фактически у вас в наличии есть только 7 патронов. Поменяли мишени, меняемость револьверами. Единственная проблема данной модели, что зарядка, разрядка комор барабана происходит очень медленно. Оружие все-таки старое, вот, и это одна из основных проблем. Более того, для людей, так скажем, с ограниченной физической силой, для женщин, это оружие, ну, не может быть рекомендовано, потому что произвести выстрел, тем более прицельно, ну, данная категория вряд ли сможет. Поэтому либо нужно выбирать револьверы с более мягким спуском, либо все-таки прибегать к услугам пистолета, автоматического оружия, где достаточно мягкий спуск. Переді мною експерти стріляли з револьвера з попереднім зведенням курка. Я спробую відстріляти 7 набоїв саме зведення. У цьому револьвері змін претерпіли лише ствол та барабан. УСМ залишили таким самим. І нагадує він дуже міцний еспандер. Определенные попытки улучшения эргономики этого пистолета за счет уменьшения габаритов, они были явно неудачными, поскольку укорачивание ствола не привело к какому-то значительному улучшению удобства переноски этого оружия. Также много выступающих частей, точно такие же проблемы будет доставлять при вытаскивании из кармана курок и так далее. То есть укороченная версия от версии длинной отличается только длиной ствола.
удобства, как на мой взгляд, она не прибавляет в ношении. Такой же неудачной была и попытка производителя этого оружия провести некие параллели с так называемым командирским наганом, вещью редкой и ценимой коллекционерами, поскольку он на него не похож. Позитивною рисою револьвера є те, що він може споживати як спеціальні револьверні набої, так і звичайні пістолетні. Звісно, з гумовими кулями. Вы отлично понимаете, что все конфликтные ситуации происходят на расстоянии, ну, как правило, 1,5–2 метра. При этом с каждой секундой это расстояние уменьшается. Следовательно, нужно приводить оружие в боевую готовность незамедлительно и, соответственно, также незамедлительно производить выстрел. Это еще раз говорит о необходимости тщательного выбора снаряжения, его подгонки, ну и, соответственно, требования к самому оружию. Один, два, три, чотири. З цієї відстані ви можете стріляти по нападнику. Але вам забороняється прицільна стрільба у голову, шию, статеві органи та груди у жінок. Натомість револьверні набої забороняється застосовувати ближче 1 метра. За допомогою хронографа спробуємо визначити, у чому задекларована різниця між пістолетними та револьверними набоями. Отже, швидкість кулі, випущеної з пістолета, 295 метрів за секунду. Револьверна куля показала 309 метрів за секунду. Де логіка? Выбор оружия для самообороны – это дело сугубо индивидуальное. Выбор очень серьезный, подходить к нему нужно взвешенно. Одну из главных ролей наряду с эргономикой, удобством в обращении является как качество изготовления продукта, так и та конструктивная прочность, которая в него заложена. Вот если рассматривать представленные образцы с этой точки зрения, то наиболее предпочтительными по определению будут те, в которых ствол изготовлен из стали, которая не требует регулярной обработки. То есть понятно, что это либо хромированная сталь, либо сталь нержавеющая. Все образцы этих спецсредств, так скажем, показали в данном испытании себя с лучшей стороны. Достаточно кучная стрельба. Ну, учтем опять же, что боеприпас, резиновая пуля, она не показывает идеальных баллистических данных. Ну, по своей, так скажем, структуре, по своей особенности. Все эти образцы, ну, практически блестяще прошли испытания, показали хорошую кучность и, ну, в принципе, удобство в использовании. А на сьогодні наш ефірний час добіг свого кінця. Наступної програми дивіться розповідь про легендарний чеський пістолет ЧЗ-75. Команда «Арсеналу» разом із партнером показу мережі магазинів зброї «Ібіс» прощається з вами. До наступних зустрічей і тримайте порох сухим!